ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерти торжество, и поздний мир родни на их могиле, на 2 часа составит существо, разыгрываемый пред вами пылью. Графиня Ансельмо, своей племянницей Розалиной,
Ну что ж, у нас находчивости хватит, он жизнью нам за этот шаг заплатит. Мой дорогой, зачем ты поднял крик? У нас Монтеки, как он к нам проник? Врывается к нам ни на что не глядя, чтобы позорить нас в маскараде. Ты о Ромео? Адрено Ромео, я лишь несу. Несешь, когда прикажешь. Ну, дядя, ты сразу. Угомонись, ты не лучше поля. Учись манеру. Добром не хочешь, силой научу. Что за разбор? Нужнее ли это? Чьи смирением победивших злость. Что ж, уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя успокоить, еще вам будет много крови Хотела бы я восстановить приличие, да поздно.
Но ты не торопись, не лги, Ромео. Это ведь не шутка. Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев. Ой, не клянись луной, в месяц раз меняющийся. Это ж путь к измену. Да чем мне клясться? Не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом, которого достаточно для клятв. Клянусь, мой друг, когда бы это сердце... Не надо, верю. Меня зовут, я ухожу. Прощай. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, который я полна. Я, может быть, вернусь еще. Постой. Святая ночь! Святая ночь! А вдруг все это сон? Так непомерно счастье, так сказочно. И чудно это все. Еще два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутя, то завтра знать, когда и где венчать. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду. Прощай, 100 000 раз прощай. Прощай, Джульетта. Спокойный сон тебе приди. И сладкий мир разлей в твоей груди. А я пойду к отцу Лоренцо в келью за помощью в сердечном нашем деле. Прощай! Прощай! Thank you.
на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи!» и хватаются за нее при второй чарке без надобности. Разве я таков? Милый мой, ты горяч, как все в Италии. Ты так же склонен к безрассудству, как безрассуден к склонности. Ручаюсь головой, вот как у Летти. Ручаюсь пяткой, мне и дела нет. Со мной, друзья! Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа. Словечко два, скажи, какая важность. Я думал, удар другой. Я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только повод. Его еще надо давать? Иркутску. В компании с Ромео. В компании? Это еще что за выражение? Вы что, артель бродячих музыкантов? В таком случае не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я заставлю вас попрыгать. В компании. Это мне нравится. Напрасно мы шумим среди толпы, а всюду смотрят. Для того глаза, пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места. Отстаньте. Вот мне нужен человек. Ромео, сущность чувств моих к тебе, вся в вашем слове. Ты мерзавец. Тибарь, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец, будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь. Словами раздражения не унять, которые всегда ты возбуждаешь. Неправда. Я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породит. Трусливая, презренная покорность! Я кровью должен смыть ее позор! Как крысолов Тибаль! Ты прочь уходишь! Что, собственно, ты хочешь от меня? Одну из твоих девяти жизней, кошачий царь! В ожидании восьми остальных, которые я выключу следом! Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные. Знакомься, легко застать. Вы вместе с волю, вы с моей трубой на руки. Господа, берегись. Я буду запретил побоище на улице. Постой, не бойся. Легко. Соколов. Чума возьми семейство Пашилова. Ромео, наш Легко указ. Его бесстрашный дух вознесся к небу, с презрением отвернувшись от земли. Недобрый день. Одно убийство это, ведущего недобрая примета. Ты видишь? Вот опять Тибаль кровавый! Как? Невредим? И на вершине славы? Готов убить? Молкнет доброта! Огненокий гнев не отходный! Тибаль! Возьми обратно под леса, которого сказал мне. Дух мне Куцо еще не отлетел так далеко, чтобы тебя в подкручке не брать. Ты или я разделю этот путь? Нет, только ты. Ты в жизни с ним не шался, ты с него. Сейчас посмотрим, кто. Беги, Ромео, живо! Горожане в движении. Ты Тибальта заколол, тебя осудит насмерть за убийство. Что ты стоишь? Немедленно беги! Кто подал поножовщину, например? Светлейший князь, восстановите видите причину этого кровопролития. Рукой Ромео, умерщвлённо нем убивший сам Меркуцио при тем. Тибаль! Тибаль! Дитя родного брата! О муж, о князь, о страшная утрата! Кровь родственная наша пролилась! Взыщи его с Монтеки, добрый князь! Вон он стоит, убийца и мерзавец! Я спрашиваю. Кто самоуправец? Виной Тибальд, который здесь простер. Он оскорбил Ромео, оскорбленный стерпел обиду и наоборот, как мог, старался охладить Тибальда. Но всю Тибальду было нипочем, он продолжал буянить. Тут вмешался Меркуцио, сцепились и пошло. Они сражались долго с равной силой, вертясь почти все время между шпаг Ромео их просил остановиться, но сам приблизил роковой исход. Из-под его руки был насмерть ранен храбрец Меркуцио. Тибаль бежал и думал скрыться, но потом вернулся. Тогда Ромео вышел из себя, и прежде чем успел я разобраться, лежал Тибаль без жизни на земле, и от последствий убегал Ромео. Вот поединка достоверный ход, я жизнью отвечаю за отчет. Он из семьи Монтеки. Для него не истина важнее, а родство. Их было 20 человек, и еле всем скопищем Тибальта одолели. Схвати, Ромео, князь, убийца он, и по закону должен быть казнен. Ромео был возмездие орудием. Кого мы за Меркуцио осудим? Ромео меньше всех. Он с ним дружил. Не мстил убийце, как и ты потом мстил.
и за поступок этот самочин и немедленно будет выслан на чужбину. А ваш раздор мне надоел вдвойне с тех пор, как жизни близких стоит мне. Я наложу на вас такую пеню, что вы оцените мое терпение. Слезам, мольбам не предаются ли, вы ими не искупите вины. Когда Ромео крайне оставит, ничто его от смерти не избавит. Очистить площадь мертвецов убрать. Прощать убийцу, значит убивать. Джульетта.
и остаться, проститься с жизнью. Так у нас совсем не свет зарил, а зарево какого-то светило, зашедшего, чтобы осветить твой путь до манки, огнем светлоносца. Побудь еще, куда тебя запишу? Пусть и Ваня ты казнят. Раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Что ж, смерть так смерть, как хочется в Джульетте. Поговорим, еще не расцвело. Нельзя, нельзя, скорее беги, светает, светает. Джульетта, няня, матушка идет, светает, дорогу немножко. В окошко день, а радости за окошком. Обнимемся. Прощай, я спрыгну в сад. Судьба, тебя считают изменчивой. Если так судьба, то в самом деле путь непостоянный. И вдалеке не век его держи. Ты встала, дочь? Кто говорит со мной? Вы, матушка, еще вы не любви или поднялись, что надо вам как рано? Все плачешь об убитом? Довольно. Поплакать в меру – знак большой любви. А плач без меры – признак тупоумия. Теперь тебе я рад сообщу. В четверг прекрасный граф Парис, твой нареченный, с утра нас приглашают в храм Петра, чтобы с тобою сочетаться браком. Клянусь Петровым храмом и Петром, с Парисом я ничем не сочетаюсь. Благодарю, уверен за отца, что замуж рано мне. А если надо, скорее за Ромео я пойду, чем буду за Париса, вот так радость. Имей в виду, я даром слов не трачу. На размышления у тебя 2 дня. И если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай, и можешь удавиться. Бог свидетель, ты с этих пор не будешь глупеть. Так вот, подумай, это ведь не шутки. Ах, матушка, не выгоняйте вон, а срочно брак на месяц, на неделю, или стебальтом положите в склеп. Все обсудили, поступай как знаешь, молчи, я слова больше не скажу. О, Господи, что делать? Что же делать? Пойду к Лоренцо. Если не поможет мне монах, есть средство умереть в моих руках. Вечер. Спальня Джульетты.
когда я вправе доверяться сну, он обещает мне большую радость. А, Балтазар, с вестями из Вероны. Моего монаха писем нет? Ну, как жена, что дома? Как Джульетта? Да, Джульетта. Джульетта хорошо. Ее останки из склепа Капулетти. Ее душа среди ангелов небес. Я видел погребение Джульетты, и вы их обосточишь известить. Нет, нет! Что ты говоришь? Святое небо! Святое небо! Иди в мой дом! Бумаги, чернил, достанем лошадей и выезжаем! Не надо платить духом, господин! У вас горят глаза, и ваше время с добра не предвещает! Пустяки! Оставь меня! Делай, что велели! Я хочу к монаху писем, нет? Нет! Все равно, так отправляйся за лошадьми, я скоро сам приду! Сегодня будем вместе. Обдумаю, как это совершить. Как ты изобретательна, несчастье. Аптекаря я вспомнил. Он живет поблизости. Сейчас он должен будет мне помочь. Аптекарь! Эй, аптекарь! Что угодно. Пойди сюда. Я вижу, ты бедняк. Вот 50 дукатов. Дай мне яду. Там есть, но в манты и казня торгуешь такими веществами. Ты так убог, а жизнью дорожишь. Рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей. Не я, моя нужда дает согласие. И я плачу нужде, а не тебе. Вот порошок, любую жидкость снимите. Будь у вас сила за 20 лет, один глоток уложит вас мгновенно. Вот золото. Гораздо больше яд и корень пущих злого преступлений, чем этот безобидный порошок. Не ты, а я даю тебе отраву. Купи себе еды и откормись. Тебя ж, мое спасительное зелье, я захвачу к Джульетте в подземелье. Сиди в чехле! Вот здесь! А я умру.
кишки, чем возмести мне вдовью долю Джульетты. За нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигну. Пока Вероной город наш зовут, стоять в нем будет лучшая из статуй Джульетты, сохранившей верность свят. А рядом, изваяньем золотым, Ромео по достоинству. Можно, чтобы все снова вышли на сцену? Все снова на сцену. Выйдите, выйдите, выйдите. Смотрите, смотрите. Выйдите, пожалуйста, на сцену.
тобой? А как таким? Ну сейчас и начинаем. Опять под музыку ходить? Конечно, и берут, и уходят.